Мы сейчас находимся в горсовете, в кабинете у начальника отдела быстрого реагирования Зубань Сергея Станиславовича. Сейчас 8 часов, ну уже 6 минут, мы пока собирались. Все уже на работе. И вот что у нас произошло. Ожидали, ожидали снегопадов, но непогода все равно была. То есть с дождем тоже боремся, справляемся, поэтому у нас были маленькие проблемы по поводу ливневок, но все оперативно работали, передавали информацию на ответственную организацию. То есть ливневки чистили, дороги у нас были проездные. То есть, в принципе, на выходных проблем особых не было. Слышала, вы уже с Алексеем Чепурко немножечко пообщались с утра по телефону. У нас несколько зданий остались без света все-таки. Да, ну, у нас осталось два здания без света. Одно из них административное по улице Октябрьской. Сейчас, одну секундочку, если я точно вам скажу. Так. Значит, это у нас идут Соборности 41 и Соборности 41А, поврежден кабель. Я думал, что в течение дня там должны быть. Что еще произошло у нас? Я знаю, что у вас здесь сводки и ДТП, и все остальное. В среднем. Вчера у нас было одно ДТП. В принципе, для выходных это более-менее спокойно. Значит, единственное, что в субботу у нас был небольшой пожар в связи с замыканием на территории первого водозабора, поэтому временно была отключена вода в центре. Ну, это буквально было там в районе одного часа. Пожар сильный? Не. То есть особо не серьезно. Так что выходные более-менее прошли спокойно, но все-таки рассчитано, что сегодня или завтра уже пойдет снег. Снег больше слякоть, наверное, да? По погоде скажите, что... Ну, по погоде все равно нам передают и слякоть, и сильный ветер. Значит, на сегодня 0-2 и днем, и ночью. Поэтому, если ночью будет пролетать снежок, то ждем, что будет голова. Ну, в принципе, я думаю, что справимся. Маршруты уже готовы, техника уже вчера дежурила. То есть, готовы любой непогоды. Из основных происшествий, в принципе, все. Да. В принципе, детали вы дальше смотрите у нас на сайте, читайте по некоторым отдельным событиям, мы сделаем репортажи. Вам, Сергей, спасибо большое, до завтра. Спасибо, хорошего дня.